Привет, меня зовут Никита, я из компании FinTravel. Сейчас мы находимся на нашем стенде на выставке охоты и рыболовства на Руси 2020 года. Сюда мы привезли достаточно много новых моделей, о которых я постараюсь вам быстренько рассказать. Так, чтобы было по ключевым моментам вам понятно, вы не тратили время, просто чем они отличаются и чем они хороши. Первая модель, которую я хочу рассказать, это куртка Speedmaster и вейдерсы Speedmaster. Они в новом цвете Camo Army, зеленые хаки. Это усовершенствованная, надежная модель. Теперь она будет с защитой колена. И защиту можно вынуть, если она не нужна. Здесь действительно плотная ткань, она находится внутри. Можно спокойно встать даже на камнях, на колено, и ничего не будет. Очень актуально, когда ты что-то меняешь, какие-то приманки, тебе нужно это сделать не на ходу или что-то такое. Очень популярный наш цвет, куртка Mudrider, Vaders Aquamaster на молнии Z. Модель топовая, выпускается уже несколько лет и пользуется большой популярностью. Молния делает Vaders очень удобными. Модель Enduro с обновленной курткой Mudway. Немножко изменения по дизайну, они определенно в лучшую сторону. Светоотражающие элементы на рукавах. И это самая-самая плотная модель, которая есть в линейке FinTravel, потому что здесь находится защитная ткань Cordura. Они немножко потяжелее, чем другие вейдерсы, но они очень-очень надежные и очень плотные. Та же самая модель, тоже эндуро, но на сапоге. Для любителей, для консервативных любителей рыбалки. Тем, кто подходит сапог, они могут выбрать очень надежные вейдерсы. Расцветка Camo Green, куртка Mudway, со всеми вещами, которыми известны FinTravel. Там светоотражающие элементы 3M, клапана на магнитных застежках, молния тракторного типа. На вейдерсах присутствует защитный карман, молния, внутренний карман. Все как всегда на хорошем уровне, хорошего качества, просто в новых цветах с небольшими улучшениями. Традиционная, это бюджетная модель в линейке FinTravel, вейдерсы Weidmann. Они являются одни из самых дешевых в этом году. Но вы можете купить настоящее финское качество, отличные вейдерсы с хорошей дышащей способностью за вполне приемлемые деньги. В этом году появилось несколько новых женских моделей. Они в прикольном розовом и голубом цвете. Это куртка Rachel и вейдерсы, специально скроены для женщин с разными размерами, то есть никаких проблем в этом не будет, выглядят они просто отлично. Модель Hiker сделана в традиционном сером цвете, все в порядке. Ее кардинальное отличие это то, что носок не из неопрена, а носок из мембраны. Она подходит под любую обувь и сделана для того, чтобы вы переоделись в любой момент в обычную обувь, не только в забродные ботинки. Потому что, как правило, когда носок из неопрена, это минимум размер ботинок на 1+. Куртка Master. Такая куртка есть у меня. Она является утепляющим слоем, который обычно одевают под мембранную куртку. Она представлена сейчас в двух цветах. Это Camo Light Grey и Camo Army. Этот беленький и этот зелененький, это новые цвета 2020 года, еще раз повторюсь, я от них лично полностью в восторге. Костюм Storm, это костюм, который не является вейдерсами, здесь обычные штаны из мембранной ткани, оснащенные карманами по бокам и также усилением на спине и подтяжками. Такое решение было сделано, чтобы было удобнее их носить и вообще никак не поправлять. У FinTravel наконец завезли аксессуары, которые давно-давно уже просили. Это в первую очередь, естественно, кепки и бейсболки. Более того, бейсболки будут сделаны на мембране, они не будут промокать. Также у нас есть шапка, немножко позже про нее расскажу. Это новый костюм Dry Suede 2020 года, он выполнен в новом цвете, к нему добавлен карман. Это костюм полностью сухого типа, в нем можно погружаться в воду, быть на плаву достаточно долгое время. Он практически спасает жизни, если вы, например, занимаетесь рыбалкой с лодки и выпали за борт в холодную воду. Если коротко, то у нас есть еще две модели для охоты. Традиционная модель на неопрене. В холодное время года при охоте на водоплавающую дичь надевают часто неопрен. Это, в принципе, классика вообще охоты на утку и прочее. И также есть вейдерсы из мембранной ткани, тоже на сапоге. Это камышовая расцветка, Max 4.
На всех моделях представлено новое термобелье, их у нас в этом году целых три. Они отличаются по плотности, летние, демисезонные и зимние. И это зимний костюм для любителей снегоходов, для любителей зимней рыбалки. Он вполне комфортен при температурном режиме до минус 30 градусов. Выполнен в традиционном финтреловском броском стиле, черный и желтый, мне очень нравится. И гермоаксессуары пополнились большими сумками, такими как Big Roll на 120 литров. Теперь действительно можно взять из экипа что угодно, и это будет полностью сухое, независимо от погодных условий. Есть перчатки, они отлично подходят и сочетаются с костюмами, которые мы предлагаем, зимние, то есть зимние перчатки, желтенькие, красненькие и синенькие. Есть осенние перчатки и, к сожалению, не привезли, но летом будут летние перчатки тоже под разные цвета. Теперь немножко про ботинки забродные. У нас представлены сейчас 8 моделей. Три из них дублируют модели на войлоке, то есть это модель Runner, она есть на резине на войлоке, точно такая же история с New Stalker и Speedmaster. Если мы идем по бюджету, то ботинки Urban — это самая бюджетная модель, которая есть, они достаточно легкие, протектор выполнен из резины, есть защитная ткань. Дальше идет немножечко, если мы идем от модели к модели, то каждая модель прибавляет себе что-то. Например, ботинки среднего сегмента New Stalker являются очень легкими и достаточно надежными за счет того, что у них вот этот кант, он идет вокруг резиновый, который защищает. Лично у меня есть такие, я катаюсь на них уже 2 года, и ничего с ними не стало. Последние топовые модели – это Speedmaster, но в них особый материал кордура. Они броские, отличного дизайна и точно так же по весу, как обычная спортивная обувь. В принципе, если мы резюмируем наш обзор по стенду, мы привезли несколько новых цветов, интересных решений, такие как мембранный носок. У нас появились новые костюмы, которые не являются вейдерсами, это просто мембранные костюмы для береговой рыбалки там, или рыбалки с лодки, не обязательно забродной рыбалки. У нас есть новые зимние костюмы, которые в этом сезоне просто разбежались, несмотря на плохие погодные условия, что в центральной части России отсутствует снег. Мы все равно получили большой спрос, просто потому что эти костюмы, они надежные, интересные и особенно очень привлекательные по дизайну, как минимум. Спасибо большое, что посмотрели этот обзор. Теперь вы в курсе всех новых новинок. Заходите на сайт fintrail.ru и звоните в наш колл-центр, на котором вам ответят на любые вопросы. Посещайте выставку охоты и рыболовства на Руси в 2020 и в следующем году, в 2021. Спасибо.